сделать розочку из денежек. Для этого нам понадобится проволоки. Проволока, сколько из денежек. Стакан с водой. Два листика. И, конечно же, денежки. Можете сделать побольше, но это будет сложно делать. Сперва мы на трое возьмем проволоку. Вот. Вот эту. Изгибаем ее вот так, чтобы было ровненько. Вот. Так. Вот. И так вот остальные проволоки также сгибаем. Вот. Сейчас буду все остальные сгибать. Теперь берем одну денежку, берем пальчик, макаем водичку, не так много, и вот так намазываем на конец денежки, на угол. Потом не поворачиваем вот так, но не сильно. Вот так. И так делаем все углы. Воды нельзя много намачивать на денежку. Вот. У нас пока вот так получилось. Вот. Согнутые денежки. И надо сделать все такие, чтобы были все похожие. Теперь мы берем денежку одну. Вот. Сгибаем. Вот так. И потом так немножечко. Вот у нас получилось несколько лепесточков. И вот берем раз и два. И вот так соединяем. Вот. Либо сверху, либо снизу. Пока.
пока что у нас получился цветочек, но это еще не розочка. Потом берем вот этот лепесточек и тоже туда вылить. Вот. Так. Вот уже розочка выходит. Теперь надо просто все это закрутить все эти круты. Вот, у нас уже розочка готова. Осталось только листья прикрепить. Для этого нам еще понадобится скотч. Вот, берем скотч. Втыкаем его сюда. Вот так сначала держим. Потом берем скотч и наклеиваем. Вот. Теперь второй. Например, мой папа подарил моей маме вот эту розочку. Если это сделал парень, то можете подарить какой-нибудь девушке. А если мальчик, то можете подарить девочке. Можно еще подарить на 8 марта маме своей. И еще эта розочка непростая же, с деньгами. Все будут рады к такому подарку, а не просто деньги давать. Это, во-первых, и красиво, и денежно. Можно даже на свадьбу подарить, но только целый букет таких розочек. Будет так красиво, и невеста обрадуется. Всего хорошего!